Северная Македония готова поделиться своим опытом в вопросе нормализации отношений на Кавказе. Об этом заявил министр иностранных дел республики и действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи во время переговоров с президентом Азербайджана в Баку. В свою очередь, Ильхам Алиев подчеркнул, что страна готова сотрудничать с ОБСЕ по развитию транспортных связей, а также поддержать проекты «Зеленые порты» и «Средний коридор». Стороны также обсудили энергетические и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.